Prodexpo 2022. Здравствуйте. Продолжаем нашу серию интервью. Здравствуйте. Давайте расскажем немножко о вашей компании. Да, меня зовут Халтурин Евгений, я представляю компанию НПО «Арго М1». Мы приехали к вам из Бурятии, из города Улан-Удэ, и мы представляем серию биопрепаратов «Эмикс». Вообще наши препараты созданы по уникальной, запатентованной «Эмикс»-технологии. В состав препарата входит дружная большая семья полезных микроорганизмов. Заметьте, не один, два, три каких-то полезных микробов, а именно свыше 86 штаммов самых разнообразных полезных микроорганизмов. Плюс в состав препарата входят цеолиты, как сорбент, как ионообменник, плюс гуматы, причем наши вот натуральные из Бурятии, из Иркутской области. И в силу своего уникального состава наши препараты, биопрепараты, позволяют получать видимый, значимый эффект, неважно, в какой бы сфере мы их не применяли. К примеру, биоудобрение MXU, урожай, оно позволяет в первый же год восстановить натуральное, естественное плодородие ваших почвы. Восстановить здоровье земли, потому что только здоровая земля, на наш взгляд, в состоянии дать здоровый, полезный, богатый урожай. Поэтому даже в первый год применения мы можем получить прибавку урожая, ну, чуть ли не в два раза, бывают и такие случаи. Но самое-то главное не в этом. В наших современных условиях мы получаем урожай натуральный, экологически чистый, естественный и полезный для вашего здоровья. Потому что наше здоровье начинается от рта, я бы так сказал. То, что мы едим. Скажи, что ты ешь, я скажу, какое у тебя здоровье, какие у тебя перспективы. Причем применение биоудобрения MXU позволяет отказаться от минеральных химических удобрений и получать очень хорошие, значимые, быстрые результаты. Препарат серии MXO. Это препараты, которые в состоянии быстро разлагать и утилизировать любые отходы органического происхождения. Превратим ваши отходы в ваши доходы. Ну, если так быстро, да. То есть применение препаратов позволяет из органических отходов готовить, ну, например, компосты. Причем быстро это делать. В обычных условиях компост мы делаем там сезон, а то и больше. Применение препарата MXU получает получать компост очень хороший, питательный, эффективный, ну, в течение 1-2 месяцев. Дачники меня поймут, о чем я говорю. Препарат серии MXZ «Защита». Ну, это отдельная песня. Любой вам сельхозник скажет, что мало урожай вырастить, главное его сохранить. Поэтому препарат MXZ, он очень эффективно, натурально, естественно, позволяет защищать наше растение, наш урожай от различных болезней и вредителей. Препарат серии «Гуматем». Ну, это вообще кладезь. В состав препарата входят гуматы. Гуматы являются источником целого ряда уникальных питательных веществ, плюс, ну, например, фульвовая кислота, которая сейчас, как говорится, в тренде. Фульвовая кислота, эликсир жизни, ну и прочее, прочее, прочее. Поэтому вот в силу своего состава, в силу того, что наша основная философия не нарушай природу, помоги ей восстановить свое естественное здоровье. Мы и работаем уже свыше 20 лет. Сегодня мы приехали в Москву, мы очень здесь все нравится. И вообще мы считаем, что наши препараты должны стоять в каждом доме, я нисколько не преувеличиваю. И вот все те производители сельхозпродукции, которые здесь сегодня представлены со всей России, я думаю, что им это тоже будет весьма и весьма кстати и интересно. Получается, вы работаете и с производителями крупными, кому нужны объемы, также простой огородник, который дома хочет вот у себя на садовом участке вырастить что-то и сделать это правильно и полезно, может воспользоваться вот такой вот упаковкой. Абсолютно верно. То есть мы живем в такое время, когда вопрос оздоровления, защиты окружающей среды, вопрос экологии встает все более остро, остро и остро. И с каждым годом он будет все более обостряться. И наша технология, наши препараты, которые мы выпускаем, позволяет эти вопросы решать, позволяет восстановить здоровье нашей планеты. Не побоюсь этого пафосного слова. Поэтому наши препараты будут важны, нужны и полезны как частнику, садоводу, огороднику, любителю, так и крупным сельхозпроизводителям. Ну и понятно, что ритейлеры здесь не должны оставаться в стороне, потому что предполагаемый, да и не предполагаемый спрос на биопрепараты, на препараты, позволяющие получать натуральную, здоровую, экологически чистую продукцию, он будет с каждым годом только возрастать. Добавить абсолютно нечего, лишь хочется пожелать вам удачи. Спасибо большое. До свидания.